Я был против того, чтобы Эльдар косил под хаски. Да сатана мне сгасит, девчонки. Кстати, я тут это, на 100 тысяч поспорил, что брошу курить. Я не хотел это говорить. Вот этот анекдот про двух геев в бассейне, это не анекдот. Еще, блядь, как тебе, сука? Мне исполнилось 23 годика. Что здесь, сука? Сегодня за музыкальное сопровождение в блоге отвечает Денис. Йоу. Здрасте, это новый влог, меня не хватило на 2 влога в неделю, поэтому давайте договоримся. Один, по пятницам, но зато интересный и насыщенный, окей? Окей. Приятного просмотра, приятного аппетита. Как всегда, если вам нравится, ставьте лайки, если не нравится, дизлайки, пишите свои комментарии, колокольчики жмите. Ну а пока пойдемте зайдем к нашим соседям. У нас тут соседи, Аркаша и Лена. Привет. Это Аркаша. Здорово. Здорово, Аркаша. Вот, Ленка сидит там. Здорово. Чё? Мы тут решили тебя поздравить с наступающим днем рождения и подарить сюрприз. Это что, телевизор, блядь? Да нет, ты что, ты не видишь уже, просто у меня там сзади меня. Походу плита, Ленка, походу плита. Короче, это тебе. Ты будешь готовить яичницу ему. Ленка, возьми фотоаппарат. Ёб твою мать, а что это такое? Это, короче, это холодильник. Нихуя себе! А есть ножни? Я ему в ботинку хочу в подарок засунуть. Ты аккуратнее, руль не оторви. Нет, не держится. Смотри, Илюша, какой он красивый. Спасибо, а как вам самокат? Ну, самокат ничего, ты красивый. Вот самокат. Он разгоняется до 25 км в час. Он, кстати, достаточно недорогой. Мы сразу же взяли и Яне. Давай разыграем сценку. Эльдар! Что такое? Можно автограф! Эльдар! 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 Слушай, я неплохой фанат. Паркур! Блин, очень прикольно. Ты просто пару раз отталкиваешься. Дайте покажу. Пару раз отталкиваешься, нажимаешь здесь на газ. Это тормоз, это колокольчик. Кстати, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Давайте, поехали вместе со мной. Сегодня день, когда мы сделаем рэп. Я доехал до студии 17.03. Обычно еду на такси. Сегодня я доехал на самокате, заняло у меня это, ну, 30-40, наверное. Не знаю, было прикольно. Но типа, я столкнулся с проблемами. В какой-то момент пешеходки заканчиваются. И заканчиваются дороги, по которым более-менее можно ездить велосипедом. И приходилось изъебываться. Но в итоге я здесь. Сейчас жду ребят, сам первый приехал. Смотрите, я сегодня весь болотный. Болотный. На скид написано «члены». Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Когда я говорил, что Рикеев пишет нам рэп, я имел в виду не тексты, а работу звукорежиссера. Ёпта, включи, пожалуйста. Я объясню свои отличия от личинки отличника. Слышь, ты будто бы хаски зачитал. Если что, я этого не писал. Официальное обращение прямо здесь. Я написал, там был другой ритмический рисунок. Просто господа гении рэпа, а.к.а. успешная группа, они как бы сказали, что лучше закосить под хаски. Ну ебать, лучше, чем... А не сделать так, как я сказал, где был рисунок ритмический, оригинальный, а не так, как у другого рэпа. Короче, сейчас звучит пиздато, если и что, это хорошо. Если что, это писал не я. Я был против того, чтобы Эльдар косил под хаски. Все, здесь закончили мое обращение. Но зато на мне скачут девчонки. Скачат... Девчонки! Скачат девчонки! Бля. Но зато на мне скачут девчонки. Пусть им хотя бы... Но зато на мне скачут девчонки. Блядь, девчонки, какое слово смешное, блядь. Оно так нелепо звучит. Девчонки на мне скачут, блядь, а на тебе нет, лох. Ага-ха. У меня есть чики. Толчки. Но зато на мне скачут девчонки.
Хули вы ржете, пидорасы? Вы лучше представьте, как на мне скачут девчонки. Давай! О! О! Блин! Ну постой! Блядь, хуйня ебаная, берет говно! Ой! Там больше вскребет, понимаешь? А, фак! Ой, тот дом у нас за последний, парта шумит, но постой. За дротом не самый простой, народ не стоит играться судьбой. Ау! Со студии сразу в офис. В общем, в прошлом влоге я вам не рассказал, что такое команда Энни, показал вам одну из локаций, прямо которая у нас отстроена здесь в офисе. Слушайте, команда это сериал про космос, космическая сага. Кто у нас там снимается и что вы будете узнавать позже, в процессе мы будем вам немножко вкидывать инфы. Вот то, что у нас отстроено в офисе, это наш космический корабль, в котором, собственно, летает сама команда Э. Это же круто очень. Вот скажите, что это не масштабно. Что не масштабно. Вот на это, наверное, не обращайте все-таки внимания. Это камень. Всегда, знаете, остается немножко камня на полу, который можно потом собрать. И ждите на клик-клаке. 100% мощности на то, что ты пидор. Здесь написано на экране «ты пидор». Я расскажу коту анекдот про двух геев в бассейне. Короче, слушай, купаются как-то два гея в бассейне. Видит один, сперма всплыла, и спрашивает у второго: дорогой, ты что, кончил? А тот ему отвечает: нет, пернул. Как видите, коту очень понравился анекдот. Кстати, я тут на 100 тысяч поспорил, что брошу курить. Давай, озвучим. Давай, просто пожмем руки сначала, а потом нет. Договори мне. Понятно. Готовы? Да. Да. Итак, мне не хватало мотивации бросить курить. Сейчас эта мотивация 100 тысяч рублей. Если я покурю, если кто-то из вас на улице увидит, или кто-то из моих друзей, товарищей и знакомых, то я буду должен Алине и Руслану и Руслану Тушенцову 100 тысяч рублей. У меня есть мотивация. Либо это будет самый тупой проеб 100 тысяч рублей в моей жизни. Че, пойдем покурим? Пока второй день держусь, но закидываю себе за губу какую-то херню, типа снился. Очень жжет. Я думаю, что я сожгу себе слизистую к хуям. Но зато мне курить не хочется. Но мой организм требует никотина. Кот немножко в шоке, потому что сегодня у меня дома съемка. А где мой рюкзак? Вы что, ко мне пришли, наркоманы? Уходите! У тебя Короче, Джарахов продался. В очередной раз, представьте, никто не удивлен даже, да, на этом канале. У меня флешка. Да, я-то альтруист. Мне просто не платит никогда никто, я... Юра умеет испортить, блядь, всю историю. Я пойду в туалете с вами поговорю. Только никому не говорите, Ильдар гей. Я не хотел это говорить, потому что это местный мем. Но вот этот анекдот про двух геев в бассейне, это не анекдот. Эльдар пишет автобиографическую книгу и пытается свои проблемы выставить как шутку. Что? Вот. Я был свидетелем этой истории. Единственный способ бороться со своими комплексами и проблемами – это смеяться над ними. Вот Эльдар делает вид, да, что это анекдот. Жизнь-то это не шутки, Эльдар. Сколько можно? Из всех историй мы выносим некоторые уроки. Что любую проблему можно решить, смеясь над ней. И что, например, нельзя пердеть, да, в бассейне. Главное, нельзя пукать в бассейне. Это значит, до 3 дней. Вообще, это спрятано. Блять. Я, конечно, могу приехать. Так, как это выключается? Эльдар, все, пошли ебаться. Я выключил камеру. Я утром проснулся, а вся квартира в шариках. Посмотрел на календарь такой: сука, 12 же июля, у меня же день рождения. Мне исполнилось 23 годика.
Яна мне подарила крутую футболку. Вот такую классную кофту. И по совету старого, коллекционное издание Хитмана. Галстук, книжка. Что здесь, сука? Сука. Я ни одну коробку в своей жизни не открыл аккуратно. Сука. Ого, клево, смотрите, ресторатор Черников. Все, у меня лысые друзья кончились. Раз у меня днюха, грех не показать вам, как празднуют свои дни рождения настоящие звезды видеоблогинга в России. На съемке. Мы сегодня весь день снимаем команду Э. Нам сейчас для съемки нужно купить смазку. За смазкой пойдет Катя. И для того, чтобы ей было максимально стыдно, мы с Сашей пошли ее поддержать. Пойдем. Возьми побольше, но в прошлый раз не хватило. И подороже какую-нибудь. Побольше и подороже. Она вкусная? Смазка? Да. Нет. Нет? А есть повкуснее, с клубникой? Ну мы так, для друга. А там углеводов много? Хлебных единиц. У нас сейчас небольшой перерыв на обед. У меня перекур. Каждый раз, когда вы видите, что у меня что-то за губой, это значит, что у меня перекур. Да. Короче, сегодня, в 12 июля, я хотел отпраздновать свой день рождения в Москве на концерте дизайнера. Но из-за съемки все немножко обломилось. Но на этот концерт едет человек, у которого самое ублюдское и неправильное имя на планете. Представьте, вот представьте на секунду, да? Вас зовут Александр. Но находится человек, которого зовут Александр. Или вы Игорь, а есть Егерь. Егорь. Ну это как-то тупо, да, согласитесь? Короче, пока мы тут снимаемся с ребятами, я переношу вас на концерт дизайнера. Это не так происходит, это просто вот так вот. До меня дошел слушок, что какой-то человек с неправильным именем не смог попасть вот сюда, а кто-то смог. И с правильным именем-то. По поводу неправильного имени. И-то выше, чем Э стоит. Все логично, ребят. А? Шутки про рост, блядь. Пока тут не начался ад, я просто хочу поздравить тебя с днем рождения. Я знаю, ты очень хотел на дизайнера. И в следующий раз я желаю тебе все-таки на него попасть. Если ты не попадешь, то я постараюсь еще с большей силой на него попасть. Съемка команды Э, и ко мне домой пришли какие-то наркоманы. Э! Кстати, футболочку положил. Ну, короче, это был лучший мой день рождения. Вообще, даже первый днюх, когда, знаете, собираются все друзья, практически все те, кто был в городе, смог приехать. А до этого такого не было, потому что все постоянно были в разъездах. Я рад, что у меня такие клевые, классные друзьяшки. Пойдемте, я вам покажу подарки. Подарок от Ванчо и Андрея Прокофьева. Это же шикарная футболка. Только я вот думаю, это кто-то из них кончил? Хотя, скорее всего, пернул. Родители подарили мне вот такой парфюм, и он очень прикольный. А еще мои родители, оказывается, тут типа тоже вместе с Яной и моей сестрой готовили квартиру, принимали участие. Это так мило. О, это так. Человек, который побил рекорды по всем присутствиям на моих днях рождения, Саша Телекс, подарил мне
гольф для игры дома. И это реально прикольно. Типа, у меня есть гольф. Можно играть, когда совсем нечего делать. Кстати, старый уже вчера опробовал. Кстати, старый. Старый подошел и сказал, ну, я не знал, что тебе дарить. И подарил комикс вот такой вот про Джокера, книгу. Подарил мне кучу разных классных спиннеров. Типа, вот этот вообще сумасшедший, посмотрите. Ванчо с Катей подарили мне вот такую вот картину с моим участием. Это я, смотрите, это у меня тут спиннер, это Катя Фнах, это платочек из House of Air, это значок из команды E, а это большой бомбер накинут на все вот это. Как много отсылок. Это очень красиво, спасибо большое ребяткам. Я очень хочу поставить это куда-нибудь на видное место, но все будут думать, что я ЧСВшный пидор. Витя, с которым мы сейчас очень-очень-очень медленно, но верно работаем над альбомом, подарил мне вот такую книжку «Хранители». У меня есть такая дома, но она ильичевская, и я до сих пор не читал ее. Когда-то давно взял у Ильича, но до сих пор не дошел. Еще Витя подарил мне вот такую закрытую упаковку, и здесь написано «Ящик Пандоры для хитов». Он сказал мне, что чтобы все свои песни я писал только здесь. По-моему, это уморительно. Даня и Регина подарили мне бомбезный подарок. 360 камера. У меня очень давно есть идея снять влог в 360. Так что сейчас я буду разбираться с этой камерой и попробую вам как-нибудь сделать полностью влог в 360 градусов. Посмотрим, что из этого получится. Но то, что мне подарили Ильич, Ира и Яна, вы знаете уже. Еще Яна и Катифнах подарили мне вот такой милый тортик. И он был полностью без сахара. Его сделали для меня. Это так классно было. А еще пацаны подарили мне вот такой огромный заблюренный предмет. Еще, конечно же, спасибо большое всем тем, кто поздравлял меня в социальных сетях, отмечал меня в Инстаграме на фотографиях, на рисунках, которые делали для меня. Это все очень приятно. Еще у меня есть вот такие вот три письма и одна открыточка, которые пришли на мой вот этот вот абонентский ящик, на который вы можете присылать посылки, письма. Вот, их почитаем, откроем в следующем выпуске вместе с какими-нибудь другими, если что-то еще успеет дойти. Вот, круто, настоящие письма. Серьезно? Да, давай. Ой, блядь! Ты сел прямо на Samsung S8 Plus. Я, пожалуй, сниму рубаху, потому что сейчас будет горячо. Поёрзай чуть-чуть. Поёрзай, ты повыше сядь чуть-чуть. Сегодня за музыкальное сопровождение в блоге отвечает Денис. Йоу, всем здравствуйте. Я что хотел сказать, меня если тебе места... неловко, он может уйти. Не, мне наоборот так комфортнее. С пятого мне места. Мне тоже. Я хотел бы поставить на пятое место, сейчас я очень много слушаю одну и ту же группу, называется «Пошлая Молли». Слышал такое? Да. И мне очень нравится песня «Даже моя бэйби не знает». Даже моя бэйби не знает, если даже моя бэйби не знает. Ну, короче, они делают такой, типа, панк-рок, рок-панк-рок, и это прям новая волна, мне кажется, сейчас, ну, фестиваль «Боль» же сейчас вот происходит, и это рок или панк-рок, или вся вот эта такая гитарная движуха набирает новые обороты. Приятная штука. Приятная штука. Вы про ваш секс или про что сейчас? Я, пожалуй, пойду, а то они подумают, что ты гей. Давай. Не дай бог. Давай четвертое место. Итак, четвертое место. Сегодня только начал слушать. Эй, сучка, оближи меня, как леденец. Оближи меня, как леденец. Оближи меня, как леденец. Короче, песня прикольная. А тебе можно такое слушать? Из-за диабета нельзя? Ну да, ты понял, о чем я, да, да. Это шутка. Очень круто. Мне кажется, что прошло время, когда над фараоном, ну, вот, и над ним же все смеялись в интернетах. Мне кажется, это же уже не смешно. Он же реально молодец. Ну, типа, да, такой, он реально рок-звезда. Я пересекался с фараоном на одной из писонов, ты помнишь? Бля, вот это очень мерзкий был. Что он поет в своих песнях, так они и живут. Он тебе сказал, ближе меня, как леденец? Да, я лизал его так долго, что... Ну, короче, клевый микстейп Pink Floyd, мне понравился, я сейчас его послушаю. Как тебе песня про школу? Мне он понравился. Я самый свежий, говорит, в школе. Мне понравилось. Давай, ладно, на третье место поставлю вот эту песню. Yellow Claw. City on Lockdown. Bitch, I'm on fire. We about to burn a fucking club. Yeah.
23 года всего. У меня, блядь, 31, у меня папа с ней. Так, это было третье место, да? Да. Вот тяжело, сейчас у меня есть просто Drake Science. Охуенная песня. Да, да, я очень много слушаю. Но я бы тебе поставил другую на второе место. Bankroll. Bankroll, да, да, конечно. Но, блядь, Bankroll, почему они вырезали Бибера? Они же выпустили в официальную версию с Рич Чигой. Мне так нравилось, как Бибер зачитал. Это же просто великолепно. Это какая-то новая версия Бибера. Он там почитает про сучки и травку курить. Я такой крутой, я Джастин Бибер. Бля, и первое место. Kanye West, Евро. Просто припев, только припев. Да, да, да. Нулевое место. Экстра место? Да, экстра место. Просто мне кажется, тебе понравится эта песня. Называется. Это, короче, какой-то мексиканец, испанец, HL. Блин, он очень круто делает. Не слышал раунд? Нет. Блин, у него там такой припев, а клип ты еще посмотри, там такая атмосфера. Просто это... I'm faded in the clouds like a round one. Yeah, where you at? I'm pulling up, just make sure that you roll some. Мне очень нравится такое объебанное музло. Да. Вот секси тайм под это, наверное, прикольно делать. Я один Проба? Раз. Я один раз дрочил, было неплохо, да? Вообще никаких проблем, Эльдар. Приятно. Очень приятненько. Мне сегодня 30 лет. В этот день родили меня на свет. В этот день с иголочки я одет. В этот день теплом просто я согрет. Мне сегодня вот 30 лет. Именно вот так развлекаются старики. Да, все. Группа хле... А Кириллу еще нет 30? Нет, Кириллу 14 пока только. Ну вот. Да. Йо, был Дэн! Тут был Даня Поперечный и Саня Дроп. Саня Дроп! Жора Маккеллер и лежал, спиннер крутил. Дроп. Все, пойдем ко мне в рот. Ну вот и все, блог закончился. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, дизлайки, все как всегда честно. В описании оставлю ссылки на кепки блокера. Их оставило совсем немного, уже более 800 человек их купило, а делали мы их всего 1000. Поэтому если вы еще не успели заказать, то заказывайте, мне будет очень приятно. Доставка в любую точку мира, кстати. Так что не ссыте, все будет токи. Если вам уже пришла кепка, то обязательно сделайте какую-нибудь клевую фотографию с хэштегом блокер, выкладывайте в инстаграм, я все полайкаю, а самые лучшие выложу в свой второй инстаграм, который директ 18+, и отмечаю вас, конечно же, и все будет. Также в описании оставлю ссылку на еще один канал. Я его создал и хочу делать там прямые эфиры. Я специально говорю об этом в конце, чтобы не так много людей об этом узнало, чтобы мы могли там, типа, ну, понастраивать, посмотреть, что и как. Если понравится, залетит, то будем периодически выходить в прямой эфир. Я очень люблю, я всегда любил выходить в прямые эфиры. Все самые преданные подписчики об этом знают, поэтому переходите на канал, если интересно. Будем стримить, что-нибудь смотреть, что-то обсуждать, звать кого-то в гости. Ну, короче, давайте попробуем, типа, оседлать эту сучку. Ага. Все. Че, до следующей пятницы. Пока.